Приветствую всех на моем канале Lumberjack. Это второе прохождение игры Dust in Neo. Киберпанк на Диком Техасе. Тьфу, на Диком Техасе, я говорю, на Диком Западе. Мы продолжаем. Я не помню, я в прошлой серии говорил, на какую мы сложности играем. Мы играем на сложности Normal. Средняя, грубо говоря. Я пытался легкую и тяжелую выбрать, но у меня что-то не получалось, если честно. Сейчас я вспомнил, что надо переводить. Сейчас я быстренько устройство оформлю для перевода. Все, готово. Мы с вами продолжаем играть. Dust in Neon. Давайте посмотрим. Киберпанк на Диком Западе. Так, второе орудие. Оно, по-моему, сразу сравнивает, да, нужное. Да не, тот, который я ношу, намного лучше. Вот этот. Не, тоже болт. Хотя у этого... А, это легендарка! А это стандартная. Все, питания нема. Продолжаем. Ой, извиняюсь. Так. Вот я говорю, вот он почему-то напоминает Borderlands. Я не знаю почему. Вот что-то в этом есть. Так, я забыл. Что мы сейчас переводить будем? Точнее, что не сейчас переводить будем, а что надо переводить. Так. Так, вы здесь, чтобы купить оружие, не прикасайтесь к железу грязными руками. Вы оставьте... На нем от... А, вы оставите на нем отпечатки. У меня самое лучшее пылающее оружие. Не уверен, что вы сможете с ним справиться. Но мы посмотрим. Так. Доктор Финкель уже заплатил за первую партию оружия. Но после этого вы самостоятельны. Странно как-то. Хорошо, ты получишь что-то или нет? Хорошо, ты получишь что-то или нет? Вот так давайте скажем. Так, давайте посмотрим. Ну, эпическая. Крит у него. Ну, у него урон побольше. Это же не знаю, брать его или нет. Can kill stuff most likely, imports ammo, export pain. Импортная боль. Ну, это... Критика у него побольше, но у него дамаг поменьше. На минус 2. Rage уровнем он чуть побольше. Capacity. А давайте его, наверное, возьмем. Я так подумал. Давайте возьмем. И вот это-то. Ух ты. Ух ты, берем. See you. Рерол какой-то. Что это такое? Have Iron Craft. Сейчас я переведу по-быренькому. Посмотрим, что это у нас пишет. Заставьте железные руки создавать кучу нового оружия на выбор. Ага, у меня это не получится сделать, так как... Money, 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 нету в моем кармане. Ладно, продолжаем. Выполнять missions. Accept. Hard. Ну, я прикупился немножечко, сейчас посмотрим. Будет адовая боль для моей задницы или нет. Where are we? This can't be right. Где мы? Это не может быть. Этого не может быть. Опять не так перевел. Кажется, телепортер миссии случился. Поломался, грубо говоря. Потому что glitched out. Либо перетелепортировал, либо поломался, я бы сказал бы. Ну, будем, грубо говоря, считать, что поломался.
Это нехорошо. Удачи. Спасибо. Я же говорю, с английским я плохо дружу, но в некоторые вещи иногда... В принципе, логично понятно, что это не так переводится. Хотя я в этом не уверен. Не, я думал, может что-то будет. А, я забыл. О, он забрасывает. Да, бегай. Жипона, мама. Почему это так сложно? А, то есть это, наверное... Нормально было, да? Я уже пересрал. Что он там пишет? Так я слышал, что у телепорта были какие-то проблемы. Да. Ты должен что-то там... Вы должны движаться? Вы должны двигаться, когда он телепортирует тебя или кто-то. Я никогда не пишу ошибок в своем программном обеспечении. Никогда. Сейчас я немножко... Вот так, давайте. Я пишу патч, стабилизирующий проблему. Это больше не повторится. Я поставил несколько миссий на телепортер. Начинайте, чтобы мы, может, выяснить лидера роботов прототип 41. Блин. Ну, грубо говоря, мы понимаем хотя бы, о чем он тут говорит. Так, его трудно найти, но если вы сделаете достаточно шума, он не сможет помочь себе. Он отдает свою позицию. Так. Теперь напишите код, Skylife код. Фрэнк вернулся сейчас, так что остановитесь у него и хватите душу разума. Что-то тут как-то корявенько немного получается. Так, нам сюда и надо. Во. А, мы оружие еще и теряем. Зашибись. Мы еще и теряем оружие. Зажибумба. Просто зажибумба. Седой. Фрэнк. Хэм Фрэнк. Хик или кик? Я не пойму, что он тут написано. Написано как хик. А, наверное, из-за того, что переводчик не может понять, что за слово. Точнее, что за буква, и он переводит так, как понимает. Привет, я Фрэнк. Я создаю мозговоздушники. Они великолепные. Хик это, короче, что-то так и есть хик. Какой-то, типа, как смешок, наверное, что ли. Или типа прием. Иногда я даже не понимаю, что я их построил, но я думаю, что я сделал мих. Что я сделал. Хик, не обращайте на это внимания, короче.
там это не особо важно, нам суть интересна. Первый бесплатно. Это ваш первый яркий? Какой-то. Ой. One moment. Я сейчас встречу. У меня немножко кружится голова. От без ума у меня кружится голова. Смотри, какие мы. Have fun. Что-то там. 330. Хоть бабки на месте. Давайте посмотрим, что он. Бабулек нету, бабулек нету, бабулек хватает. Возьмем, хоть он мне и не пригодился в тот раз. Я надеюсь, не хард. О, тут на выбор есть. О, а вот это мне нравится. Давайте с этого вот начнем. Саботажа. Саботаж. Саботаж. Странно, я никого тут не вижу, это как-то подозрительно. О, вижу. Давайте попробуем вот так его. Ага. Киберпанк на диком западе. О, сундучок. С оружием. О, да. Это намного прикольней. Берем его. Так, жизни. Какая-то херня. А, я понял, что за херня. Нам сюда надо. Саботаж. Я сейчас опять, сука, просру. Да не. Я думал, просру. Блин, я его не заметил. Сзади я видел, что еще один присутствует. Вот он как раз идет ко мне. Отлично. А, он еще не этот. Да откуда они берутся? Ебануться. Да как? Почему мне так не везет? Мы ж на среднем уровне играем. Обалдеть. Может, там надо было по-быренькому этот саботаж делать? Или я просто поспешил? Я не знаю. Я надеюсь, сейчас получится пройти. Блин, нос что-то чухается. А, бабулесов не хватает.
Ладно. Тут тоже популистов не хватает. Давайте не саботаж, что-нибудь другое попробуем. А, тут постоянно новые. Хотя и саботаж есть. Kill targets. Kill market targets. Давайте попробуем. Я надеюсь, получится в этой серии хотя бы что-то пройти. Перезарядка для меня в новинку, но, блин, она немного неудобная. Блин, я... Есть. Да ёбаный... Сука, бесит! Хардкорная для меня игрушка. Наверное, я двигаюсь херово. Играть не умею. Сука, пиздец нахрен, просто. Слава богу, тут хотя бы возрождение есть. Я могу тут что-нибудь улучшить? Нет, не могу. Как оно, блин, бесит. Просто пиздец. Ой, бляха, муха. Я не знаю, мы хоть что-то вообще сегодня пройдем. Но это ненормально. Это реально ненормально. Вот так играть. Почему до этого все так шикарно шло? А сейчас не идет так шикарно. Туда я уже не стал идти, потому что я смысла не вижу. Destroy market target. То же самое. Саботаж. Clear the area. Давайте этот попробуем. Пипец просто. Хотя хочу сказать, в Borderlands немножко то же самое также было. Поначалу также было тяжело мне. А потом со временем попроще. Я ж правильно хотя бы... А, ну да. Надо вот эти вот штуки разрушить. Во-первых, найти же надо. Мало того, что разрушить их, еще и понаходить же. О, может тут оружие какое-нибудь. Дамаг поменьше, критикал побольше. Давайте его возьмем. Так уж и быть. Во. Заряде, пока я помню, поки я не забув. О, перший. Короче, вот и мое первого уровня, это мое. Я понял.
Повезло, повезло. Сейчас мы житочки. А, не, не здесь житочки. Где-то еще, я помню, было. О. Да что? Ой, здрасте. Это сейчас будет, конечно, обидно, если... А где он? А куда он пропал? Надеюсь, это тот был. Фух, ну тут немножко повезло. Тут какой-то пикап видел. Вот это для меня чуть попроще. И тем самым поинтересней. Блин, жизни нету. Я не знаю, где их искать. Я все жизни уже позаберу. Жизни, 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 жизни. Сука! А так все хорошо шло. Чисто видео неудач. О, два поинта появилось. Сейчас мы заодно посмотрим, что у нас тут есть. Так. Два максимум хп. Роллы. Chance to return. Дамаг какой-то. Револьвер, bullets in loot. Accuracy какой-то, это critical chance for first hit. Это чисто по оружию получается, да? А это по жизням. Eye for an eye. Сейчас я переведу. Потому что мне немного непонятно. Ой, извините, что-то. Так, глаз на глаз. Внедренная система ближнего боя, чтобы вызвать компенсацию, возвращая ущерб обратно врагу, который подстрелил вас.
10% шанс на возврат, 50% повреждения. А давайте выберем. Так. Massive Heart. Вот это давайте сейчас посмотрим. Массивное сердце. Ваши вены значительно расширяются, чтобы позволять больше потоком крови. Позволять больше током крови. Вы можете в основном слышать, что это течет довольно аккуратно. Описание какое-то странное. Давайте возьмем. Сейчас мы опять пойдем зачищать вот эту вот всякую херню и страдать. Будем пытаться пройти. Не знаю, давайте саботаж еще раз попробуем. Хотя я хочу сказать, да, у меня приблизительно в Borderlands немножко так и было. Первое время мне было очень сложно, получается, боты попадались такие либо приблизительно моего уровня, либо чуть больше моего уровня, и как бы их было тяжеловато завалить. И со временем я как-то дополнительные задания проходил, там все такое вот дело, и получается, что ну, в какое-то время мне стало проще играть. Наверное, я не просто так сказал, что она чем-то похожа на Borderlands. Ну, я не знаю, может, кому-то оно не похоже на Borderlands, но лично мне оно немного напоминает. Такие же пустыни, приблизительно. Так, я вот этого вот не пойму. Open дверь, короче, там что-то. Ух ты. А, я с дробовика. Жизням хочу сказать еще более-менее. Да. Так, но тут снаружи уже пока я никого не вижу. Ай! А ты откуда взялся? Блин, из-за него я... Сука. Ладно, я теперь живым вернуться. А, может их поломать надо, я не пойму. А, да, их поломать надо.
Надо теперь главное живым вернуться. Потому что если я не вернусь, это будет просто эпик. Да только теперь вопрос, куда идти. Good job opening the gate. Я ничего не понял, что он сказал, ну ладно. Дробовик, я надеюсь, у него дамаг чуть поменьше. Тут еще есть. Дамаг критикал. Давайте возьмем. И оружие немножко похоже так. Если так посмотреть, да. По разрисовочке, так сказать. Давайте вот так сделаем. Мне или показалось, или там еще кто-то был. Так, сейчас надо. Сейчас, если это удастся. А я надеюсь, что удастся. То будем закругляться, потому что уже время. Времечко. Поджимая. Я так сейчас стараюсь как бы хилки понаходить, чтобы еще не просрать. А если просру, то будем в следующей серии проходить. Ой, я надеюсь, сейчас не просру. Я его не вижу. А мне жизни нужны. Неужто ли он тоже по кругу пошел, как и я? В смысле, у меня всего предостаточно? Не может этого быть. Я не верю. Странно. А, нет, не то. Немножко подвисло, я вижу. Куда мне выходить? Написано exit to leave.
Ходить туда же, куда и входили, что ли? О, хпшечки. Револьвер. Ух ты. Ё! Тут карты нет. Хардкорненькая игрушечка, хочу сказать. А, о, увидел. Наконец-то стрелочка. Я увидел стрелочку, которая показывает, куда нам надо идти. О, еще сундучки. С лутом. Нет, не интересно. Тоже неинтересно. Самая быстрая рука на Диком Западе. Good job. О, сейф. Сундук хотел сказать. Фух, я уже убесрался. Наконец-то мы хоть что-то прошли. Ой. Это было сложно на самом-то деле. Так, давайте сейчас посмотрим, что у нас по пунктам. Я понял, жизни надо мне улучшать, потому что это просто. Это просто капец. Потому что, зная, как я играю, мне нужны жизни. Там дамаг просто побольше. Ну и там дальше просто получается опять миссии проходить. Ну шо, всем спасибо, кто смотрел. Это, может, видео было такое скучненькое. А может, кому-то и понравилось. Если понравилось, ставь лайк. Если не понравилось, можешь поставить дизлайк, в принципе. Там это твое дело уже. Ну шо, я могу еще сказать. Ну, эта игра сейчас была, конечно, такая себе, мама, слепым и не снишку. Но было как и тяжело, так и интересно. Что я могу тут поставить? О, да. Но это мы уже тогда в следующих сериях посмотрим, что там можно будет выбрать. Ну что, все. Всем спасибо, всем пока, всем удачи.